У студентов медицинского факультета ЧГУ появилось новое учебное пособие. А у стоматологов республики дополнительный повод для гордости. В свет вышла книга «Стоматология в Чувашии» Григория Алексеева и Владимира Викторова. Монография охватывает период с середины 19 века до наших дней и посвящена созданию в регионе системы зубоврачебной помощи. Презентация книги прошла в учебном центре городской стоматологической поликлиники. Как лечили зубы древние чуваши? На какую помощь могли рассчитывать люди в период земства? Как боролись 28 зубных врачей с кариесом у населения молодой Чувашской области? Как развивалась стоматология как отрасль и как наука в послевоенные годы? Об этом и многом другом можно узнать, проштудировав новое издание. Появился первый главный стоматолог Минздрава Чувашской Республики именно в 60-м году. Бывший главный стоматолог Минздрава Григорий Алексеев сегодня доктор медицинских наук, историк медицины. В Чувашию приехал после учебы в 1956 году и посвятил себя развитию стоматологии республики. Большинство зубных врачей – его соратники, коллеги, ученики. Считая государственных и негосударственных учреждений, их очень много стало. И в них работает уже более 6000 стоматологов и зубных врачей. Специальный раздел книги посвящен современному состоянию стоматологии в Чувашии. Выстроенная у нас система зубоврачебной помощи – предмет профессиональной зависти коллег из других регионов и стран ближнего зарубежья. Взять хотя бы Чебоксарскую городскую больницу, имеющую 8 филиалов и вот-вот открывающую 9-й. В новом издании нашлось место и для каждого из руководителей стоматологических клиник. Именно они открывали новые больницы, налаживали их работу, пристально следили за появлением новых технологий и стремились как можно скорее внедрить их в практику. Обо всем этом должны знать те, кто заботится о здоровье людей сегодня и кто будет лечить их завтра. История стоматологии Чувашии, вот книга сегодня так называется, да, чтобы она была здесь, скажем так, для того, чтобы наши студенты-стоматологи, во-первых, обучались и знали историю развития стоматологии вообще, да, и ведь самая главная еще задача – чтить тех людей, которые стояли у истоков. Дань нашего уважения нашему старшему поколению за то, что они сделали для нас, и что мы сегодня можем уверенно сказать, что стоматология находится на очень серьезном уровне. Новое издание уже поступило в библиотеку медицинского факультета ЧГУ. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.